Многие люди спрашивают меня о помощи немецкого государства своим гражданам или предпринимателям во время этого кризиса или того, что сейчас начинается в связи с эпидемией коронавируса. Я подумал, что если я буду говорить только о себе, наверное, это будет мало интересно, поэтому для начала я поискал размер мгновенной помощи, ее так и называют «Soforthilfe», для малых предпринимателей. Я вам покажу сейчас страницу, где рассказывают, как можно поставить антракт, то есть подать заявление на получение этой моментальной помощи. Вот здесь вы увидите сейчас размер этой помощи, а я вам переведу эти цифры. Итак, размер немедленной помощи фирмам и предпринимателям в зависимости от количества занятых мест. До 5 работающих человек – 9 тысяч евро, до 10 работающих – 15 тысяч евро, до 50 работающих – 30 тысяч и до 250 работающих – 50 тысяч. Помощь выдается на квартал. По прошествии 3 месяцев, если ситуация не стабилизируется, можно будет обращаться за помощью снова. Заявление на помощь оформляется за 10 минут онлайн. Никакой волокиты, никаких подтверждающих документов от тебя не требуется. Вносишь только свой идентификационный налоговый номер, но это каждый из нас в этой стране имеет или получает по приезду в эту страну. И по этому свидетельству можно получить эту помощь и деньги на банковский счет в течение следующего или 3 дней. Я понимаю, что, наверное, многие мне сейчас не поверят. И в подтверждение своих слов я прочитаю письмо одного, ну я даже думаю, так немножко офигевшего от происходящего россиянина, который волей судьбы последние годы работает в Берлине. Он работает гидом, встречает всякие российские группы, водит по Берлину и так далее. Приехал он в Германию именно как иностранец, через какое-то время поставил документы на постоянное место жительства, получил разрешение и вот уже несколько лет живет в Германии. Гражданином Германии он не является, он всего лишь живет по продленной визе как иностранец. И несмотря на это, как частный предприниматель, он получил помощь от государства, от чего и пришел в состояние шока. И вот его письмо я сейчас вам зачитаю в подтверждение моих слов. Я думаю, там очень много, ну, действительно, слов, исходящих от души, от больной души российского человека, который никогда не получал никакой помощи от государства. Что касается меня, я не являюсь частным предпринимателем. Я, как и все сейчас, сижу в вынужденном карантине, никакой материальной помощи мне не оказали, но я и не обращался пока что. Насколько я знаю, служащим эта помощь не положена. Единственное, чего смог добиться я, у меня дом находится в ипотеке, я позвонил в свой банк, и мне сделали 3-месячную паузу. То есть в течение 3 месяцев я не обязан платить свой кредит. А затем, если ситуация стабилизируется, выплаты снова возобновятся. Для меня это большая помощь. По крайней мере, 1000 евро 3 месяца я могу сэкономить на какие-то другие необходимые вещи. Это то, в чем мне персонально помогло государство. Итак, давайте прочитаем письмо человека, россиянина, которому помогло неожиданно немецкое государство. В чем сила, брат? Александр Мидлин. В чем сила, брат? Наверное, я сейчас напишу самый серьезный текст из всех, что я писал на Facebook. Сегодня произошло событие, осознать которое до конца я не могу до сих пор. Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, невзирая на то, что я не являюсь гражданином этой страны. Перевели, не запрашивая никаких бумаг или подтверждений. Просто перевели деньги. И не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине.
Вместе со мной эту помощь получили все мои знакомые, гиды, артисты, хозяева кафе, маленьких отелей, ресторанов и так далее. Возможно, для большого бизнеса эта сумма покажется маловатой, а для нас, индивидуальных предпринимателей, это просто очень большой и надежный спасательный круг. Почему я не могу осознать этого до сих пор? Потому что я впервые в жизни осознаю понятие государства. И вот что думаю. Когда-то моим государством был СССР. Как оно проявляло себя? В основном упреками. Мы тебя вырастили, мы тебя выучили. Теперь ты обязан на благо страны. Согласиться с этим мне было трудно. Потому что растили меня мама и папа, а не государство, да и выучили меня они тоже. Но государство утверждало, что я ему должен служить в армии, жить по прописке, работать не там, где интересно и где мы можем пригодиться, а по распределению. Конечно, оно, государство, если я буду хорошо себя вести, могло выдать мне квартиру, которое оно, государство, сочтет для меня подходящей, санаторий, которое оно мне назначит, может быть, даже автомобиль после очереди в 10 лет. И чувствовал ли я СССР своим государством? Нет. Потом моим государством стала Российская Федерация. Она поначалу пыталась быть демократической, и планы были очень красивыми, вот только они не сбылись. Пришел настоящий хозяин, и попытки демократии отменили. Как бы то ни было, никакой реальной помощи людям, кроме, может быть, материнского капитала, сам его не получал, но мои знакомые получили. Я от этого государства не видел ни до, ни после. А вот ФРГ не стало моим государством. По той простой причине, что я сюда не эмигрировал, гражданство не получал, и немцем себя не считаю ни в каком формате. Когда-то я приехал сюда по контракту, потом получил здесь вид на жительство. И с тех пор здесь живу, работаю, плачу налоги. Живу как иностранец с постоянным видом на жительство. Но вот в этом государстве случилась беда. Собственно, случилась она во всем мире. Но в этом отдельно взятом государстве решили в этой беде помочь его государство жителям, всем, независимо от их национальной или какой-нибудь еще принадлежности, и помогли. Если кого-то из вас это не удивляет, то зря читали. Для вас я наивный лох. А я лично ни одного раза в жизни еще не получал подарков ни от одного государства, и вот сейчас получил. В чем сила, брат? В чем сила государства? Может быть, все же не в количестве ядерных боеголовок и не в единстве националистически настроенной толпы, ревущей название своего государства. Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке, в том самом пресловутом локте, который так любят припоминать в речах мои руководители. Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое государство и в чем его сила. Осознавать это я буду еще некоторое время. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Александр Миндлин.